И являнке Леночке еще нет и 2 лет. Она еще не понимает, как знаменита ее мама, прославленная гимнастка Полина Астахова, олимпийская чемпионка, обладательница самых почетных спортивных наград. Свой путь в большой спорт Лина начинала в Донбассе. Здесь складывался своеобразный стиль этой гимнастки, отличавшийся особым лиризмом и изяществом. В 1960 год. Олимпийский Рим. В упражнениях на брусьях Полина Астахова выиграла тогда золотую медаль. Успех спортсменов всегда разделяет тренер. Полину Астахову подготовил Владимир Александрович Смирнов. А теперь Полина Григорьевна сама преподает в Киевской школе высшего спортивного мастерства. 10 лет назад не было таких сложных элементов в гимнастической программе. Современная гимнастика становится все сложнее. Тренер Астахова охотно принимает на вооружение любую новинку. Вот, например, тренировка опорных прыжков с помощью батута. Коварным снарядом считают гимнастки бревно. Только упорная работа может выручить здесь спортсменку. Юные гимнастки скоро станут мастерами спорта. Сестры-близнецы Ожерельевы, Аля и Оля, и их подруги с гордостью называют себя ученицами олимпийской чемпионки.